На срочный прием к руководителю фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеславу Кирееву пришла жительница Луганской области Ольга Бессонова. Ее дом был обстрелян вооруженными силами Украины. Прямо в квартиру попал снаряд. Теперь она беженка. Женщина попросила содействия в трудоустройстве и размещении в общежитии. Депутат сообщил, что ее вопрос уже решен. Нужно подтверждать делами, что мы своих не бросаем, сказал парламентарий.